Привет, мои любимые. Захотелось вам показать снег в Питере, как хрустальные стружки. Видите? Они так блестят, падают мелкий-мелкий снежок, как хрустальная стружечка. Боже, это так красиво. Я не знаю, как вам это передать. Я стою на это, втыкаю уже не знаю сколько времени. Это так красиво. Хо-хо. Прям как будто малюсенькие хрусталинки летят. Вы видите? Это просто какая-то волшебная сказка. Видно вам или нет? А там, смотрите, какая красота на крыше. А там какие тени. Прямо как будто в какой-то восточной стране. И тут же нет. Не могу оторваться от этих стружек. Не открываю окно. Потому что там 25 градусов, реально холодно. И все вот эти солнечные зайчики на домах. Как они летают, эти птички, я не знаю. И не замерзают в полете. Потому что реально очень-очень холодно. Он прилетел. Ребенок Яшки. А я все на эти стружечки смотрю. Не знаю, видно вам, нет, как они сверкают. Видите, вот они. Это так красиво. Захотелось вам показать. Такой у нас сегодня морозный Петербург. Посмотрите, какое небо. Оно прям сиреневое какое-то. Вот вроде и голубое, и в то же время как будто сиреневого добавили в краску. Очень красиво. Этот сидит кушать, видать, хочет. Где он? Да вон он. Не видно. Захотелось вам эти снежные стружечки показать. Не знаю, что там будет видно в видео. Мне кажется, что это прекрасно. Блестинки, видите, летят, сверкают. Это до такой степени мороз, что оно даже не снежинками летит, а прям такими мелкими-мелкими ледышечками, как хрусталинками. Очень круто. И там как все красиво, смотрите. Прям зима настоящая у нас. Голос у меня, конечно. Привет, мои любимые. Привет. Привет, привет. Еще один прилетел. Еще один. Поналетели. Ну, этот типа хозяин здесь. Всех разгоняет. Красиво там на крыше, правда, смотрите. Снежок какой. О, он его клюнул, тот улетел. И этого пошел клевать. Не, не клюнул. Может, сейчас клюнет. Да, клюнул. Такой снежок. Очень классно. А я наготовила перловки, наелась. Вот еще осталось. Вот не доела в тарелочке, осталось очень сытное и вкусное. Я туда еще положила сливочного масла. В общем, нахарчевалась. Вот, теперь вот отдыхаю, смотрю на всю эту красоту. Просто не могу
оторваться. Захотелось вам этот снежок показать, как он сверкает и блестит. Очень красиво. А, еще ела перловку со сметаной. Ну, я сметану могу есть. Вообще совсем. Даже с финиками. Мне все равно с чем. Классно так. На улице. Вот всегда, как закон подлости, когда я болею, на улице такая божественная погода. Когда я не болею, там дождина, серость, еще что-то. Вот обидно же, правда же, мои родные? Хочется же в такой красоте погулять. О, прилетел. Красавчик. Нахохленный, потому что холодно. Ты мой хорошенький. Смотрите, как у него волосики на голове красиво сделаны. Как нахохлился, видите? Потому что там очень холодно, ну очень. И обещают в Питере, ну и вообще по России, аномальную погоду в ближайшую неделю. Градусов на 10-15 больше, чем всегда. А сегодня у нас, кстати, такой погоды не было 5 лет, по-моему. В 16 году было 25 градусов. Вот. Такой мороз. Атман, давайте на этом посмотрим, какой он сидит. Смешнючий, как он внимательно сюда смотрит и ждет. Ты моя маленькая солнышко. Видите, какой смешнючий. Глазюки. Вот такой лёва. Хоть покажу вам близко. Тут море было. Тут. Юлька вчера снова. Вот оно. Море там. Поналетели там уже полный подоконник. Я еще и пою. Горло болит. И кашляет очень больно, когда кашляю. Вот тут так сильно-сильно болит. Как будто там все режет внутри. Так что я стараюсь не кашлять. Уходит, выгоняет всех. Это Яшкин любимый. Видите, у него там беленькое на хвосте. Сзади буква Т. Так, если перевернутая Т. Ну, это такая корона короля. Он тут всех выгнал. Всегда ждет Яшу. Она оттуда сверху прилетает из-под дома. Оттуда вон где труба. Она там живет. Сидит, ждет ее. Смотрим на него, какой он красавчик. Спрятался гаденыш. Хочется близко посмотреть его глазки. О, какой, смотрите. Хорошенькие. Они прям каждый со своим характером. Полетел к Яшке. Он туда наверх. Видите, в свой домик. Ну вот, понаблюдали с вами за хрустальной стружкой, за голубочками. Такая медитация сегодня. Всем волшебного дня. Очень-очень люблю вас. Не болейте, мои хорошие. Рассматривали с вами близко голубочков. Красота.